дорогие друзья, добрый день. Идет последняя декада августа. Лето заканчивается. И вот сегодня у нас уже максимум в Москве будет плюс 19. Но это не мешает мне гулять с палочками. Но сегодня я иду с конкретной целью накормить уток прирученных. Скопилось какое-то небольшое количество у меня печенья, и надо его отдать уточкам. Очень жалко, что лето проскочило так быстро. Когда было жарко, казалось, что это плохо так жарко. Лучше, когда прохладно. И вот наступила прохлада, а хочется жары. И поэтому очень хочется продлить лето. И уже в мыслях крутится идея полететь к морю. Так что, возможно, это скоро произойдет. Мои дорогие друзья, оставайтесь на канале, и вы все увидите в скором будущем. Не люблю себя снимать айфоном. Айфон подчеркивает те все отрицательные моменты лица, которых не хочется показывать, и которых смартфон не видит, а айфон все видит. Вот так вот. Вот видите? За последние вот эти две недельки, когда у меня были гости, были пироги, и постоянно кушали-кушали, я набрала 2 килограмма. И сейчас немедленно надо их сбрасывать. Ну вот, посредством чего я могу сбросить? Это вот прогулки с палочками плюс обруч. Больше не буду пока покупать конфет, шоколадок. И основной упор, конечно, мясо и овощи. Вот летит самолет то ли во Внуково, то ли из Внуково. Уже несколько дней подряд закрывают аэропорты Москвы из-за этих несчастных беспилотников. Ой, Господи, когда это закончится? И вот я на мостике. Где же мои ути-ути? Вот смотрите, пока их нет. Сейчас я достану печенье. Главное, палки не утопить. Вот, посмотрите, я еще только начала шуршать пакетом. А они уже чуют. Итак, начали. Надо как-то всех поровну бы накормить-то. Закончилось печенье. Все, мои дорогие уточки. Кто не успел, тот опоздал. А сейчас умоюсь родниковой водой и
пойду в обратную сторону. Сегодня очереди нет, потому что будний день. Так что пей не хочу. Ой, как вкусно. Умылась. Вот туда вот стекает вода в речку под горку. Здесь удобно, можно посидеть. Для мусора специальное ведро поставлено. Все, возвращаюсь. Взлетают и садятся. Все нормально. Что-то не замечала я раньше флагов. А сегодня два флага Москвы и России. С чего бы? А, наверное, знаете почему? Потому что 25 августа будут предварительные выборы мэра Москвы. Понятно.